Сегодняшнее видео я хочу начать с самого очевидного. Это мой цвет волос. Да, я перекрасилась пару дней назад, стала брюнеткой, причем впервые в жизни. Мне вот сейчас до сих пор непривычно на себя смотреть. Даже когда мимо прохожу какой-то отражающей поверхностью, то всегда, ой, кто это? А потом, а, ну это ж я. Надеюсь, что вам моя смена имиджа понравится так же, как она понравилась мне и моим близким. Муж мой вообще в восторге, он мне сказал, что как будто заново женился. И такое, знаете, освежение отношений после 12 лет как бы далеко не самая плохая вещь. Поэтому я очень довольна тем, что у меня получилось, мои родные тоже. И я очень надеюсь, что вы также к этому отнесетесь. Но сегодняшнее видео не о моих волосах. Сегодня мы... Хотя частично о моих волосах, так и оно будет. Сегодня мы с вами посмотрим на содержимое вот этого вот всего. Это коробочка Viva Beauty Box. И обычно я стараюсь тестировать продукцию, которая в коробочках находится. Здесь же я решила отснять как можно скорее, потому что обычно, если я начинаю тестировать, то потом к моменту, когда я уже что-то там протестирую, то эти коробочки невозможно заказать, и вы всегда на меня за это злитесь. Поэтому я надеюсь, что такой формат вам больше понравится. Более того, все, что в этой коробочке, это будет сегодняшний конкурс. Коробочка очень тяжелая, полная очень вкусных, классных штучек, поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в этом конкурсе, это только подписаться на мой канал и также оставить комментарий под этим видео, и в описании вы можете прочитать полные условия, до какого числа это все будет длиться и так далее. Что же касается стоимости этой коробочки, то это элитная версия, как я понимаю, или премиум-версия, как-то она у них так называется, она достаточно дорогая. Но здесь вам нужно понять, если вы планируете ее заказывать или думаете о том, стоит ли ее заказывать, здесь два продукта, которые вот отдельно идут, это решающий фактор по отношению того, нужна вам эта коробочка или нет. Как раз вот эти два продукта меня больше всего заинтересовали, и вот именно из-за них меня эта коробочка и заинтересовала. Сейчас я вам расскажу, о чем речь, а вы уже для себя решаете, актуально это для вас или нет. Итак, вот это две жутко дорогущие вещи от Bioxin. Bioxin – это марка, которая специализируется на волосах. В первую очередь, насколько я знаю, на выпадении волос. То есть вот здесь вот находится сыворотка против выпадения волос. И вот в этой коробочке находится шампунь от выпадения волос для нормального и сухого типа волос. Как раз, в общем-то, мне отлично подходит. Почему меня это заинтересовало? Потому что... Ой, последние где-то месяца полтора я очень много потеряла волос. Вот, может, оно так не кажется, как бы на камере, потому что я все-таки стараюсь делать какие-то более объемные укладки, но для меня это огромная проблема, с которой я в последнее время столкнулась. И я так думаю, что это, наверное, связано с тем, что я очень серьезно переболела в ноябре, может быть, из-за этого. И сейчас у меня вот уже все вот более-менее выравнивается, то есть уже, я бы сказала, все как прежде стало. То есть обычное такое выпадение, ничего сверхъестественного, но я все равно очень хочу вот это вот протестировать, потому что я очень надеюсь, что у меня вернется тот объем волос, который у меня был. Мне моя подруга также еще порекомендовала перцовую настойку, по-моему, как-то так она называется, что тоже очень хорошо помогает, поэтому я вот, в общем-то, все это возьму на вооружение. И что касается стоимости, то вот эта сыворотка жутко дорогая. Сыворотка и шампунь стоят вместе в розничной цене дороже, чем вся эта коробочка вместе взятая. То есть коробочка плюс вот эти вот две дополнительные вещи. Поэтому для меня лично такая стоимость полностью оправдана, потому что если бы я покупала эти две вещи отдельно, я бы просто получила эти две вещи. А так я получаю их и еще огромную вот такую вот тяжеленную коробочку, в которой очень много всего интересного. И давайте, наверное, вот сейчас я как раз к этому перейду. В общем-то, абсолютно все, что вы там увидите, получит кто-то один из вас. Я надеюсь, что вы уже заинтересовались. Давайте начнем с самого интересного, вот такой вот, что мне сразу попадается на глаза. Первое, что меня очень заинтересовало, это тушь от The Balm, которая называется Scuba. Я посмотрела в интернете, у нее, судя по всему, такая длинная и тоненькая щеточка. Я такие щеточки очень люблю, поэтому если вы обычно пачкаете себе века, когда красите ресницы, или у вас в целом ресницы не очень такие вот, как у меня приблизительно, то вполне возможно, что она вам подойдет. И это, кстати, не водостойкая, а водоустойкая
водоустойчивая версия, что, мне кажется, идеальный вариант, потому что водостойкие снять — это целая проблема, а водоустойчивые, в принципе, легче снимать с глаз. Дальше то, что меня очень тоже заинтересовало в этой коробочке, это укрепляющий двухфазный спрей со стволовыми клетками подсолнуха от Giardini di Bellezza. Вообще, эта марка в последнее время много мелькает в интернете. Я, кстати, смотрела батл Оли, Ольга Глосс. Она участвовала в батле от журнала Лиза, и там одним из спонсоров был вот этот бренд Giardini di Bellezza. И Оля мне рассказывала, что все средства очень классные, что ей понравились, поэтому я думаю, что тот, кому попадет это средство, тоже его оценит. Здесь из декоративной косметики есть вот такая вот помада от Belle, матовая, красный цвет. Я в последнее время просто подсела на какие-то вот такие вот яркие помады, а сейчас, когда перекрасилась в брюнетку, так вообще я взяла, накрасилась нюдовой, и мне показалось, что я умерла вообще. Сейчас моя внешность стала намного более контрастной, поэтому я как бы пока играюсь и подбираю себе какой-то идеальный макияж. Но вот губы мне однозначно намного больше нравятся вот такие вот выразительные, поэтому если вы тоже брюнетка или просто у вас контрастная внешность, или просто вы любите вот такие вот оттенки, то я думаю, вам тоже должно понравиться. Дальше здесь из декоративки еще одно средство от The Balm. Это их минеральные тени рассыпчатые, и оттенок самый классный здесь они положили, называется No Money No Honey. Это вот такой вот оттенок шампанского. Ну, самый ходовой, самый классный, поэтому 100% не залежится. Очень мягкий такой вот приятный сатин. Здесь мицеллярная розовая вода от компании My Rose of Bulgaria. Судя по всему, болгарский какой-то бренд. И подходит для лица, глаз и губ. Мицеллярная вода вообще, я думаю, никому не помешает. С такими продуктами, знаете, только успеваешь вообще закупаться, потому что у меня лично средства для снятия макияжа вообще улетают просто практически моментально. Также из больших бутылочек здесь Herbalife смягчающий гель для тела, увлажнение и смягчение. Мне кажется, зимой это тоже очень актуально, причем посмотрите, какая большая бутылочка. И насколько я понимаю из описания, это легкая формула геля, обогащенная алоэ вера. То есть, по сути, вот это должно очень быстро впитываться, и из-за того, что алоэ, то очень хорошо увлажнять должно. Поэтому тоже очень прикольно. И также здесь еще, я так тоже понимаю, полноценная версия от компании Footprim. Это увлажняющий крем для ног. Тоже потрясающее средство на зиму, поэтому тоже они, по-моему, очень угадали с наполнением. И опять-таки, видимо, это полноразмерная версия, это точечный крем от Acne. То есть, если где-то у вас появился прыщик, вы вот так вот слегка наносите это средство, и все, он у вас там за ночь буквально уходит. Еще одна штука, которая для меня лично очень актуальна, это основа, которая выравнивает ногтевую пластину, защищает ногти от пожелтения и продлевает стойкость вашего лака. В общем-то, это база под лак, или можно, я так понимаю, использовать это просто как полноценное средство. Здесь вот такая вот бутылочка, и он такого вот как телесного оттенка, то есть я думаю, что после того, как его наносишь, ногти становятся вот такие вот прям, вот не такие, как у меня сейчас, потому что у меня сейчас такое как глянцевое просто лечащее покрытие. В прошлой коробочке вот это средство тоже было, Cedralex, это средство для легкости ног, то есть если вы страдаете такими проблемами, как, к примеру, варикоз, то вы тоже оцените, сможете протестировать. И еще не все, то есть это основные бутылочки я отсюда достала, но это еще далеко не все. Здесь есть подарочная карта Art Vivas, я так понимаю, ювелирный дом, и она здесь на сумму 500 гривен. Это, в принципе, очень даже неплохой такой бонус, если вы собираетесь покупать какие-то украшения, зацените, может быть, вам понравится, что у них продается, и такая скидка, по-моему, очень даже неплохая. Также здесь есть несколько масок. Здесь есть вот такая вот маска от компании Green Tea Milk. Это успокаивающая маска с зеленым чаем. Также здесь есть набор патчей под глаза. Еще здесь тоже есть сыворотка с томатами и огурцом. Я так думаю, что она должна быть какой-то освежающей. А также здесь есть пробник тональной основы от Belle. Называется она Skin Adapting Makeup, то есть, судя по всему, тон, который подстраивается под кожу, и оттенок 02
True natural. То есть я думаю, в принципе, большинству должна подойти. И еще один пробник сюда закинули от Giardini di Bellezza. Это органовая сыворотка марокканское золото с маслом органы. Тоже очень интересно будет кому-то протестировать. Ну что ж, согласитесь, наполнение коробочки просто отличное. И напоминаю вам, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше на вот это вот все, что здесь находится, то подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарий. Если же вы не хотите полагаться на судьбу, я вам обязательно оставлю ссылку в описании, где можно эту коробочку заказать. Если она вам понравилась, я надеюсь, что еще она продается, потому что я максимально быстро постаралась снять это видео и для вас его подготовить. Кстати, дальше то, тоже будут выходить видео еще со старым цветом волос, поэтому не думайте, что я опять вернулась назад, а потом опять стала брюнеткой. В общем-то, просто это те видео, которые были отсняты немножко раньше, но из-за того, что вот это видео я хочу как можно быстрее выпустить, чтобы эти коробочки еще были в наличии, то, собственно, получается вот такая вот путаница. А на этом видео я заканчиваю, буду с вами прощаться. Обязательно посмотрите другие мои видео, которые вам сейчас YouTube рекомендует. Не забудьте подписаться на мой канал, и не только потому, что розыгрыш, а просто потому что я буду вас ждать в следующих своих видео, и чтобы вы их не пропустили, для этого лучше, конечно, подписаться. Можно еще на колокольчик нажать. 2 раза в неделю есть что посмотреть. По-моему, все выигрыши.